С вами Джонни Паппет, и мы продолжаем играть в Geometry Dash по вашим просьбам, по вашим просьбам. Попробую я, конечно, пройти первый уровень, хотя бы. Дело в том, что я вот сейчас поиграл, было уже все перепутал. В общем, первый раз играл, больше 64% не набрал, но вот сейчас поиграл и уже 87%. Ребята, ребята, мы осваиваемся в этой игре. Все поперепутал. Осваиваемся. Мой голос. В общем, опять заговорился и начал пропадать сразу же с первого уровня. В начале каждого уровня. Так вот, что я хотел сказать. В общем, в принципе, первый уровень, он легкий. Он довольно легкий. Главное... да что-то... не получается. Вот начал болтать, блин. И не могу пройти, когда начинаю болтать. Ну что такое? Ерундистика такая. В общем, что я хотел сказать. Ребят, если вы играете в Geometry Dash и еще на компе, на компьютере, то вы можете создавать уровни сами. Создавайте уровни в Geometry Dash. Ну, если вам, конечно, интересно. И присылайте. И присылайте мне. И я попробую в них поиграть. Естественно, сниму видео, как я играю в уровни подписчиков. То есть у меня такой некий будет челлендж с вами. То есть вы мне бросаете вызов. И тем самым делаете мне... Тем самым делаете мне вызов. Так, спокойно, спокойно. Оп. Заболтался, вот. Ну, конечно же, если вы обладаете. Я не знаю, как насчет мобильной версии. Ну, там навряд ли, там, наверное, не получится. А вообще, вот. Как бы так вот. Я буду проходить их. Но, конечно же, условия можно сделать такими, то что... чтобы они были не очень сложными. Я, конечно, не знаю, ваш навык мастерства Geometry Dash. Может быть, и вы супер игроки. Тихо, спокойно, спокойно. Вот, потому что я полный нуб, честно говорю. Мне бы чем попроще... да надо было вниз ехать, тем лучше будет. Вот, как-то так. Катимся. Катимся, 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 катимся. Раз, два, три, четыре, пять. Оп, отлично, прыжок. Вверх, вниз, шире, вверх, вверх, вверх. Вверх, вверх. Палочка. Раз, два, три, четыре. Оп, оп, низ, ага, самолет, хорошо. Ду-ду-ду. Я поменял себе фигурку. У меня теперь такой вот с дырочкой внутри кубичка с дырочкой. Да-да-да-да-да. Кстати, ребята, я там начал играть в Est Shade игра. Это игра про художника. Два, три, оп, взяли, отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Игра про художника, она в принципе интересная. Раз, два, три. Как бы... либо болтаешь, либо играешь. Там игра про художника. Мама попросила поиграть. Ой, поиграть, нарисовать. Ой, 4. Да блин. Злюсь я, злюсь. Ну, злюсь я по-доброму. Попросила нарисовать 4 картины. И мы попадаем на остров из Shade для выполнения просьбы мамы. В общем, это такая история трогательная. Конечно, я в конце видео поставлю, в конце видео Geometry Dash, первый летсплей. Посмотрите, если она вам, конечно, понравится, то посмотрите. Потому что, как бы, я в нее планирую поиграть немножко. Ну, не немножко, пройти ее. Там... история удивительная, там свой, как бы, мир, свои персонажи. Персонажи там вообще странные. Оп, оп, отлично. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, вот. Как бы вот так вот. Тихо, все, все, молчу, молчу. Ха-ха-ха!
Ивана! Вот в прошлый раз я также наткнулся на... Вот в эту штуку влетел. Не поднялся чуть выше. Блин, так хорошо начиналось. Ладно, я думаю, если сейчас получится быстро дойти до этого момента, чтобы не переигрывать вот это начало. Ребята, ребята! Держимся, держимся! Держимся, держимся! Тихо, 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 тихо! Ху-ху-ху! Я дошел до этого момента. Тихо, спокойно, спокойно, без паники, без паники. Держим центр, центр. Тяжести, ребята, еху! Мы прошли! Нам добавилась новая иконка, открылась New Icon! Ху-ху-ху! Level complete! Потратил я на это всего лишь 18 попыток. Прыгнул 748 раз. Прошел за 13 минут. Ребята, вы представляете? Юху! Круто, круто, круто. Молодцы, мы с вами молодцы. Вот. Теперь по поводу уровней, что я хотел сказать. Смотрите, здесь есть редактор уровней. Вот можете создать грейд, да? Нажать потом New. И перейти, здесь назвать имя, допустим, там, как хотите. Здесь описание. Ну, естественно, тоже просто там. Какие-нибудь закорючки, можно без описания. Дальше нажимаете создать. Да-да-да. И вот здесь вот начинаете создавать. Ну, это если вы любитель создавать уровни, потому что как бы это на любителя. Вот, как бы вот так вот. И дальше, допустим, вы смотрите, сейчас мы... Так, что это тут понабрал? Оп, оп. Типа мы создали уровень, потом проверяешь, да, типа хорошо. И все, нажимаешь вот сюда, потом сохранить, сохранить, save and exit, все. Это что такое? Unverify, you can change. Так, это не то. И, в общем, мы можем клонировать, и потом в папке с игрой, как я понимаю, в папке с игрой должен быть этот уровень. Его взять и прислать мне на почтовый ящик Johnny Puppet. Вот, как бы так. Вот здесь хранятся мои уровни, допустим, ну, те, которые вы создали. В общем, как-то так вот. А я уже буду играть в них и пробовать свои навыки вашего творчества, скажем так. Ну, хорошо, ребята, давайте тогда... Смотрите, мы прошли этот на 100%, это же круто, да? Слушайте, а там еще какой-то есть практика? Ну, я практику не проходил, ладно. Так, а что у нас тут добавилось? О, мы открыли вот такого челдобречка нового. Ха-ха, не, ну мне больше нравится вот этот вот зелененький с кругленькой точкой. Хорошо. Ну давайте чуть-чуть поиграем Back on Track уровень. Вот этот вот. Так, вот здесь вот, да, надо тоже привыкать, потому что это все... Да блин, вот видите? С первого раза, конечно же, не получится, потому что я даже не знаю карты этого уровня. Тихо. И как... Что прыгать? Раз, два, три, четыре. Оп. Сюда, сюда. Эй, чипоньк, сюда. Вот видите? Да, увлекся бормотанием. Увлекся разговором, но ничего страшного. Что ты будешь делать? Да блин. Кто придумал такие игры изнуряющие, да? Два, три. Ай. Так, это было мне плохо видно из-за микрофона, который мне тут занял весь экран. Так, спокойно. Эй, три, четыре, все, перепрыгнули. Эй, да блин! Что-то я, наверное, достиг, что прошел первый уровень. В этом уровне я распрыгался, как говорится, от души. Прыгаю. Надо чуть-чуть собраться, чуть-чуть. И сконцентрироваться на прыг. Оп, шкаф. Оп, шкаф. Там надо, не надо было прыгать. На этой доске, ну, в смысле, на этой плоской поверхности прыгать. Да что ты будешь делать? Очень сложно, ребята, очень сложно. Но ничего, мы-то первый уровень-то прошли с вами, правильно? Уп. Да, и, кстати, Geometry Dash у меня самое обычное. Ни Sub-Zero, ни там, без всяких там модификаций. Самая обычная версия 2.1.1, вроде, что-то в этом духе. Так, хорошо, держимся. Все, я собрался, ребята, все. А, я собрался, ага, я собрался, вы видели, да, как я собрался? Врезался прям... Сейчас, тик. Да блин, да что ты делаешь? Соберись, тряпка. Так. Все, прыжок. Нормально. Потихонечку пошла. Оп. Так. Тут не надо, вот здесь вот не надо было прыгать, где я второй раз... Врезают все эти шипы, вот там не надо прыгать. Не надо, ты запомнил? И тут не надо было.
Рано так прыгать! Чипань. Ага, сюда. Сюда, сюда, сюда. Уп. Да что ты делаешь? Все. Смотрите, как это. Как играет профессионал, смотрите. Да! О, профессионал крут, но он почему-то не туда прыгнул. Когда надо было не прыгать, а просто скатиться вниз. Вниз надо было скатиться, ты слышал? Вниз, а не наверх. Оп. Ай, блин, врезался, не успел перепрыгнуть. Вот. С помощью миллион попыток ты начинаешь к уровню привыкать и, в принципе, под него адаптируешься. И знаешь, что уже когда... какое время нажимать? Да блин, 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 блин! Да блин! Ладушек, ладушек, сырник, сырник! Господи, что я говорю? В общем, ребятки, еще делаю до 22 попыток. И... наверное, все. Дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын. Прыжок. Прыжок. Вот 20-е. В общем, ребят, я вам хочу порекомендовать и сшить игру, которую у меня записан летсплей. Должна она вам понравиться. Если вы любите истории там... блин. Душетрепательные. В общем, она красивая, эта игра. В общем, ребятки. Еще раз повторюсь. А, 20. Все, последний, последний раунд. Последний за... последний раунд. Последний забег. А, три. Оп, оп. Оп, оп, прыжок вниз, наверх. Так. А по поводу стрима, я, конечно, подумаю, подумаю. Возможно, в скором времени. Блин. Ребята. Сейчас я не могу отвлечься. Сейчас. Просто я хочу дальше пройти. Хочу пройти дальше. Тын-тын-тын. Тын-тын. Опа. Не получается. Все равно тут по привычке нажимаешь два. Два раза прыжок. В общем, ребята. Не забывайте подписываться на канал, жмите колокольчик, пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь видео этим, да, и всеми моими видео в сетях, через YouTube. В общем, делитесь. Все как всегда. С вами был Джуни Паппет, всем пока-пока.